Сегодня продолжилось рассмотрение жалобы по факту незаконности возбуждения уголовного дела по попытке убийства господина Горбунцова. Были также выслушаны прения. Суд был перенесен на 20 марта для вынесения решения по данному факту. Ну, опять же, мы ходили вокруг да около. Господин прокурор утверждает, что в деле есть достаточно веские доказательства, однако, если исходить из позиции защиты о том, что нам не предоставляют ознакомиться с экспертизами, баллистики, телесных повреждений, то есть для того, чтобы понимать, вообще существует эта попытка к убийству на сегодняшний день, или это просто намеки органов уголовного преследования. Спасибо. Получается, сейчас вы находитесь на этапе прений, и решение по данному делу будет уже 20 марта. Сегодня были выслушаны прения, мы ждем 20 марта уже вынесения определения суда. Я так понимаю, в ходе этого заседания суда не было представлено доказательств того, что прокурор обращался за юридической помощью в Британию. Deci noi am insistat chiar de la prima ședință ca să fie prezentate aceste probe, însă necătând la faptul că judecătorul a admis inițial și a obligat procurorul să prezinte aceste probe, ulterior instanța de judecată a adoptat încheiere prin care s-a expus că dânsul în mod particular le va studia și se va expune. În orice caz, noi, apărătorii, nu am fost familiarizați cu aceste acte. Noi considerăm că probe pentru intentarea dosarului penal în privința clientului nostru, Renato Sato, ce ține de tentativa de omor, nu au fost și nu sunt, iar ordonanța procurorului este una ilegală, vădită ilegală și politică.